Вот мы сегодня привезли первый раз гнездовые корпусные рамки, черные рамки, которые не идут в дальнейшее применение, и перговые рамки для перги. Отвезли за 250 метров где-то. Вот идет очистка этих рамок. Очистка этих рамок. От чего? От остатков меда после прокачки. Вот. Это бывшая избушка, когда-то была лесничество. Лесничество. Вот сейчас посмотрим, что они творят эти. О, все моют, чистят они. Вот перговая рамка. Перговая рамка. Это самая эффективная очистка рамок. Ну-ка. О, тяжелая перговая рамка. Одна перга. Перга очень востребована народом. Я ее сам ем. Она дает возможность как бы сбить давление. Вот давление, если 150 на 90, дает потом после постоянного применения, бывает 125 на 70. Вот любители меда, надо пергу есть, вот давление более-менее такое. Вот такое чудо у нас происходит. А раньше у нас было это. Вот это было у нас лесничество. Высаживали саженцы. А выращивали саженцы еловые. Уже все это заросло сосняком. Уже собираем. Мы здесь грибы, рыжики. Вот ждем, когда они пойдут. Пока сухая погода нынче стоит. Вот такая красота. Это я половину привез сегодня, а завтра вторую половину привезу. Перговые рамки и черные рамки, непригодны к дальнейшему использованию. Одно удовольствие ходить среди пчел. Вот. Вот давай еще раз посмотрим, наслаждаться будем. Ой-ой-ой, какая... Вот это черная рамка. Его дальше нельзя применять. Из него будут выходить пчелки маленькие. Маленькие пчелки.